Герцог и герцогиня Кембриджские с новорожденным сыном покинули клинику в Лондоне. Снаружи здания больницы Святой Марии их приветствовала внушительная толпа поклонников. Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская, в понедельник родила мальчика. Кейт со спящим младенцем на руках в сопровождении мужа вышла на крыльцо больницы Святой Марии в Лондоне. Появление королевской четы с новорожденным принцем радостно приветствовали многочисленные собравшиеся. Затем супруги вернулись в клинику, после чего собрались и покинули ее все вместе на автомобиле.